There's a fly, fly stuck on the wall, wall down in the hall. She sees it, she knows about everything. Throw, throw, throw in the pillow and all of the mess. It's not my best, but I swear I can do better. Itchy, kitchy, yeah, yeah, yeah. Gonna get in the car, car. Gonna make you proud, proud just to be around. Superstar, I put down the top, I drive a car. Уходим! Шрамы. Включили маячок. Ни года не прорваться. Уйдем через горы. Красотища-то какая! Серега, я просил тебя не орать в горах! Ну что там все бубнишь, а? Ты лучше скажи, зачем мы этим путем пошли, а? Ты проводник или кто? А если завтра клиент захочет пройти этим маршрутом, а ты его не знаешь, что будешь делать? Клиенты — это хорошо. Они бы нам не помешали. Слушай, я понятия не имею, как на следующей неделе долг отдавать, а? Знаешь, Серега, я тебе скажу честно, ты меня поражаешь. У нас большие проблемы, а ты все время шутишь, да шутишь. Да что с тобой, Серега? Объясни мне, что? Гоша, любовь! А любовь окрыляет! Да? А тебе не кажется, что мы должны нести ответственность за людей, которых мы любим? Или ты с Наташей не... Че ты не договариваешься? Договаривай! Гоша, вот ты мне скажи, я виноват, что она меня выбрала, а? Не, ну виноват или нет, а? Гоша, ну что ты молчишь?
Держись! Ты кретин, понял? Вот ты кто! Свобода! Лечу! Гош, что ты обиделся? Я же пошутил. Кретин, ты мог сорваться. Да ладно, где я знаю, ты меня вытащишь. А если нет? А если бы у меня сердце прихватило? Судорога свела. Канат перетерся, ветер налетел. Хочешь, я назову с десяток причин твоей возможной смерти? Ты хочешь быть инструктором? Нельзя. Тебе людей доверять нельзя. Пора повзрослеть, Сережа. Вот, вот поэтому она выбрала меня, а не тебя. Привет. Гоша, хватит дуться, а! Парни! Привет! Представляешь, у нас жирный заказчик. Он хочет на вершину и платит двойной тариф. Yes! Сказал, вечером приедет. Да ладно. А что у вас случилось? Да я решил качели покачать. Да ладно, где? На Западном. Ничего себе! Гошу не предупредил, он обиделся. Теперь со мной в горы идти не хочет. Гош, ну ты что из-за этого? Он же пошутил. Он так больше не будет. А-а. Ребят, вам нельзя ссориться. К нам деньги идут. Деньги, Наташа, в этой жизни еще не все. Да я знаю, знаю, но нам как-то за все, за это все надо платить. Ну прости его, а. Ну прости, ну прости, ну пожалуйста. Но ради меня прости. Обещают плохую погоду в ближайшие дни. Гоша, это на северном склоне плохая погода. А мы пойдем дальним маршрутом. Ты только этого заказчика предупреди. Да, предупрежу. Гош. Двое против одного – это нечестно. Я протестую. Черт. Ну как бизнес? Нормально. 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 У тебя неделя осталась, помнишь? Помню. Чтоб вся сумма была, понял? Понял! Понял, понял. Ладно, давай гуляй. Альпинист. Пошли. Я понял. Значит так, этот дом не нужен. Да. Ну, в общем, когда я вернусь, чтобы этой сучки там не было. Ладно, все, давай, разговор окончен. Давай, да. А что, хуже машины не было, да? Не нашли. Я что-то не понял, мы что, здесь пойдем? Да. Отличные виды, здесь хорошо. Да я же вам сказал, что я хочу северный склон. Подождите, вам Наташа ничего не говорила? Там на северном склоне просто плохой прогноз, идти опасно. Слушайте, я вашей девице сказал, что я хочу именно северный склон. Я прошу прощения, не девица, а наш менеджер. Вы, собственно, чего хотите? Драйв, хорошие виды. Серега прав, тут отличная трасса. А вы хотите получить деньги? Значит, ведите меня на северный. По-моему, ясно вам сказали, на северном склоне плохая погода. Значит так, двойной тариф.
Гош. Послушайте, что вы торгуете? Здесь не ярмарка и не базар, значит, ясно? Значит так, тройной тариф. Сейчас, секунду, подождите. Гош, ты что, обалдел, что ли? А ты? Тройной тариф. Что? Да мы со всеми долгами рассчитаемся. Да при чем здесь деньги? Это речь идет о безопасности, понимаешь ты или нет? Гош. Что? Да я тебя прошу, ну. Нет. Ну ради Наташки, ну. Да ты Наташу, это не в травму. Так что вы там шепчетесь, а? Вам деньги сейчас, не нужны, что ли? Сейчас, секундочку. Гош, давай. Нет. Нет. Да пошел ты. Поехали. Все, поехали. Ребята, вы где? Ну как вы? Все нормально. Нормально? Нормально. Ребята, ответьте мне, вы где? Наташа, я возвращаюсь. Как, а Сережа? Сергей с клиентом поднимается по северному склону. Гош, ты что, с ума сошел? Они не доберутся, там тайфун. Просто за скалу держаться. А он барахтался в панике. Мешал мне его вытащить. Угу. Значит, во всем виноват погибший. К тому же плохая погода. А вот ваш напарник считает, что это не так. Мой напарник? Ну да. Ваш напарник говорит, что... вам нельзя было вести туриста. Ну, впрочем, кто прав, кто виноват, пусть решит суд. Я думаю, вам годика 3 обеспечено. Всем добрый день. Две штуки дам за все это. Две? Все это стоит не меньше десятки. Как хочешь. Наташа. Отойди. Наташа. Не трогай. Значит, инструкции дороже, чем друг, который, между прочим, сейчас сидит в тюрьме.
У таких, как ты, вообще не должно быть друзей. Сергей зовут? А я Александр. Каким ветром к нам занесло? Непредумышленное. Понятно. Я смотрю, ты вроде человек нормальный. Так, смотри по сторонам внимательно. Лишних движений не делай, тебя прессануть могут. В смысле? Ну, в смысле. Место такое. Сам увидишь. Просто смотри внимательно. Если что, обращайся. Благодарю. Ты ничего не попутал? Свитер мой. А чё, есть вопросы? А ну все успокоились! Стоп! Подъем! Добрый день. Вижу, у вас все вроде неплохо. По крайней мере, замечаний и нареканий не набралось. Что, жизнь легко проходит? Нормально. Кирсанов, меня интересуют ваши отношения с неким уголовным авторитетом по кличке Шрам. Я не знаю такого. Хромой, шрам на лице. Вспомнили? Вижу, что вспомнили. Он вам не предлагал работу? Мы здесь все на государство работаем. Понятно. Есть предпосылки, что вы здесь надолго не задержитесь. Но раньше вас отсюда может выйти Шрам. 25 лет тому назад он устроил вооруженное нападение на инкассаторскую машину. При этом погибло 4 человека. Через 2 дня в горах он собственноручно расстрелял своих же подельников. Погиб мой напарник. Я был ранен. От вышки его тогда спас только мораторий. Груз алмазов, который они похитили, он спрятал в горах. Его до сих пор не нашли. Теперь ему нужны альпинисты. Я думаю, он уже с вами обо всем договорился. А если нет, то в ближайшее время договорится. Мое дело вас предупредить. Вспомните, что он сделал со своими подельниками. И подумайте, что он сделает с вами, когда вы достанете ему то, что нужно. По вашему делу, скоро будут новости. Позвоните, когда все начнется.
Говорят, ты альпинист хороший? Неплохой. Неплохой? А что у тебя люди гибнут, если ты неплохой? Ладно, проехали. Я чего интересуюсь-то? Работа может подвернуться. Что за работа? По твоему профилю. Хорошая работа. Деньги большие. Надо подумать. Конечно, подумай. Думать вообще полезно. Только недолго. Я скоро откинусь. Но там и тебе недолго останется. Ладно, думай. Ты прости меня, что я так долго. Еле добро дали на свидание. Просто доказательств-то нет, что я твоя невеста. Пришлось два раза прокурору письмо писать. Да я все понимаю. Нормально. А ты чего грустный такой? Прокурор сказал, что у тебя вроде все в порядке. Прокурор сказал? Ну да. Что конфликтов у тебя никаких нет. Поведение примерное. Может, еще чуть-чуть и выпустят. Ну да. Слушай, как там Егор, а? Зачем он тебе, предатель? Не знаю, я год его не видела. Сказали, уехал куда-то, живет в одиночестве. Я тебе яйца отрежу и сожрать заставлю. Юсёк. Дёрнул отсюда. Ну что, цел? Пара порезов. Дай посмотрю. Ладно, ничего страшного, сам перевяжись. На больничку не ходи, срок намотают. Хорошо. Да все нормально, альпинист. Ну что, о работе подумал? Я не слышу. Я согласен. Ну вот и славно. Я через неделю ухожу, а скоро и твой срок подойдет. Увидимся. Сергей! И свобода нас встретит радостно у входа, и братья меч нам отдадут. Ищешь кого-то? Да так, ты что-то хотел? Садись, что светится. Я тебя слушаю. Но если вспомнишь, у нас с тобой есть дело. Ты извини, конечно, но мне сейчас не до этого. Я свои вопросы порешаю, а там посмотрим. Хорошо? Нет, я ждать не могу. В деле большие деньги. Но дело даже не в деньгах. Мы ведь с тобой договорились. А уговор, как известно, дороже денег. Короче, ты мне нужен сейчас. Послушай, я все сказал. У меня свои проблемы, и я их буду решать. Спасибо, что встретил. Да, кстати, совсем забыл. Наташа тебе привет просила передать.
Она у нас сейчас отдыхает. Забыл. Джамал! Поехали. Все исполнители и организаторы теракта в московском метро будут наказаны. Премьер-министр, который находится в Красноярске... Да. Руслан, на тебя опять пришла жалоба из прокуратуры. Кто жаловался-то? Да не имеет значения, кто. На тебя дело будет возбудить. Я тебе, Кирсанов, сколько раз говорил. Забудь ты про эти свои методы. Да какие там методы, товарищ полковник? Это же преступники, уголовники. Научились жалобы строчить. Гнобить их всех надо. Остынь, Кирсанов. Не забывай, с кем разговаривать. Да я не забываю. Ну и характер у тебя. Именно из-за него до сих пор майор ходишь. В общем так, Кирсанов, от дела я тебя отстраняю, пока прокурорские не разберутся. Понял? Понял. Все. Товарищ майор, вы меня просили сообщить, когда освободится заключенный Борисов Сергей. Сегодня утром он покинул зону. Друзья, ну вот познакомьтесь. Сергей, наш друг, альпинист. Садись, Сереж. Здравствуй. Здравствуй. Где Наташа? Коля, покажи Сергею нашу Наташу. Сережа! Сережа, садись. Дай голубкам поворковать. Успеется. Садись, Сережа, садись. Сначала одели, потом поваркуем. Так, Сережа, значит так, смотри. Нам нужно вот сюда. Я там никогда не был. Ну, человек все в жизни делает когда-то в первый раз. Мы пойдем туда впятером. Я, ты и трое моих людей. А наша Наташа останется с Марией. И еще одним моим человеком внизу. Если через 3 дня мы не вернемся, то... Тогда мы с твоей красотулей исполним похоронное танго. Женщина. Кто-нибудь в горы ходил? Я местный. Был. Да я вижу. Больше 2000 поднимался? И 2, и 3 было. Понятно. Шрам, зачем столько людей? Давай сходим вдвоем. Слушай, Сережа, тут как-то так все повелось, что все вопросы решаю я. Высота приличная. Я эти места не знаю, поэтому вряд ли доведу. Даже если и доведу, вниз не спущу. Силы будут на исходе, кислорода минимум, мы можем все погибнуть. Ну и какое решение? Нужен еще альпинист. Более опытный и знающий места. Такого человека нет. Есть. Кто таков? Мой бывший партнер. Он служил там, в стрелковой дивизии. А ему-то какой резон? Я думаю, найдется причина. Здорово. Зачем приехал? Помощь нужна. И чем же я тебе могу помочь? Наташку взяли в заложники. Ты к этому отношение имеешь? Да. Неужели ты сам не...
понимаешь, что ты разрушаешь все, что вокруг тебя, все. Что нужно делать? Что тебя разобрало? Вспомнила. Что ты вспомнила? Вспомнила, как ты на нее смотрел. Ты что, ревнуешь? Я? Просто подумала, может, ее нужно было к нам третьей послать. Ты что, вообще сдвинула? Скажи, а что ты с ними сделаешь? С кем? Ты же их все равно убьешь. Я всегда знал, что ты садюга. Ну что, настолько? Я хочу увидеть Наташу. Ну так увидитесь. Дня через 3. Может и раньше, если быстро бегать будешь. Мы никуда не пойдем, пока я ее не увижу. Сережа! Сереженька! Мой хороший! Успокойся. Я боюсь. Они нас убьют. Я знаю, они всех нас убьют. Все, успокойся. Все хорошо, я с тобой. Я все слышала. Все хорошо. Я умоляю тебя. Не бойся. Так смотрят только на любимую женщину. Все хорошо. Она выбрала его вместо тебя? Пожалуйста, не бросай меня. Я обязательно с тобой вернусь. А эта Мария, она вообще сумасшедшая. По-прежнему хорошо. Я обязательно с тобой вернусь. Романтичная история. Он любил ее, она любила его. И оба они любили. Слушай, ты не лезь. Даже не думай. Шансов нет. Свидание окончено. Выдвигаемся. Нет. Я обязательно с тобой вернусь. Ты лучше скажи, сколько на дорогу уйдет. Если бы ты мне сказал точно, куда мы идем, я бы знал, что тебе ответить. А так, эти горы для меня чужие. Ошибемся с маршрутом дня 3. Будем петлять, а может и больше. Через 3 суток мы уже должны вернуться обратно. Дольше вашу женщину кормить никто не будет. Слушай, ты, Гош. Да и вы-то при таком раскладе нам не очень нужны. Я думаю, все ясно. Нам нужен местный. Проводник? Да. Ну что, Джамал, будет нам проводник? Будет. Кто хозяин? Я. А что случилось? Вы за последние дни случайно этих людей не видели? Нет, не видел. А другие подозрительные лица появлялись здесь? Сейчас не сезон. Вообще никого нет. Интересно. Кого они ищут, а, барон? Когда надо, от тебя даже слова не дождешься. Ну что, красавица, пойдем обедать? Что молчим? Ножичек мой понравился. Так вот, будешь молчать? Он тебе быстрый язык
разрежет. Ясно? Дважды за стол приглашать не буду. Добавь немного лука. Лук дает аромат. И для десен тоже полезен. А перец, дедуля? И перец тоже. Но в конце. Мужчина должен уметь готовить. Иначе тут сдохнешь с голоду. Тюш, прячься, как я тебя учил. Быстро. Доброе утро. Здравствуйте. Что, сесть не предложишь, старик? Вообще-то я вас и в дом бы не впустил. Но раз пришли, сами решайте, куда садиться. Карты читаешь? Нам сюда надо, кратчайшим путем. Деньги не вопрос. Дорога длинная. Но ты же знаешь короткую дорогу. Знаю. Но я с вами не пойду. Почему? А старые? Дорога плохая. И деньги мне твои не нужны. А это чье? А это у него внук есть. И где он? Вообще-то в деревне у родственников. Ко мне редко поднимается. А что? А что родители? А родители давно умерли. Сирота, значит. Почти. Плохо будет, старик, если пацан совсем один останется. Ты что, угрожаешь мне? Мразь! Ой. Ну ты чё раскорячился, дед? Молиться собрался? Вставай. В общем, выбор-то у тебя небольшой. Или ты показываешь нам дорогу, или мы спускаемся в деревню за внуком, и ты сам бежишь впереди нас с максимальной скоростью. По-моему, все ясно. О, принеси еще вина. Все закончилось. Ну, раз закончилось, смотайся в деревню и привези еще. Сама привези. Да! Я кому сказала? Ты чего не ешь? Не хочется. Зря. Я люблю, когда... девушка в теле, чтобы было за что потрогать. Но не люблю я этих сушеных в углу. Слушай,
А может, пока никого нет, мы с тобой займемся делом. Не трогай меня! Дурочка, тебе понравится? Иди сюда. Или ты хочешь без страховки? А он мой друг. Ясно. Черт, у нас проблемы. Девчонка сбежала. Шрам! Лови! Ой, связь плохая. Видимо, они уже далеко. Здесь в горах никакой связи. А их рации – игрушки. Самое время бежать и спасать твою девушку. Опасно. Я его узнал. Лет 20 назад здесь же, в горах, он убил своих подельников. Точно так же убьет всех нас. Слушайте, я не очень хорошо слышу, о чем вы, но если о побеге, я с вами. Самое время валить. Коля, Олег! Что-то наши друзья совсем оборзели. Разговаривали шибко. А ну-ка, встаньте между ними в связке. Аккуратней, молодой человек. От кого бежим? А вы кто? Мы из полиции. Можете вещи удостоверение показать. Ну все, теперь рассказывай. Там люди какие-то с автоматами. Дедушку увели на гору залезть. Хотят.
Он что, смеется? Этот мост нас не выдержит. Ты куда нас привел, старик? Руки убери. Я по этому мосту каждую неделю хожу. Ну так иди. Туда не пойду. Пойдешь. Идите! Держи. Держи его крепко. А ты взял сектор прицел. Сейчас переберешься туда и перетащишь нас всех. Здесь за поворотом уступ. Надо уходить. Если мы будем быстро двигаться, они не успеют нас попасть. А Егор? Егора надо вытащить сюда. Другого такого шанса у нас не будет. Ну что там у вас? Шрам, мне нужен Егор! Я вас один не вытащу! Вы груженые! Он останется здесь. Сергей, надо уходить. Егора они не тронут. Я его не оставлю. Да пойми ты, наконец, им нужен кто-нибудь, чтоб потом их вниз спустил. Я сказал нет! Тьфу. Что там у вас? Что в резину тянете? Закрепил? Нет, пока! Сергей, решайся. Я сказал нет! Иди туда. Я ухожу. Что ты делаешь? Стой! Стой! Они убьют Егора! Стой! Стой, тебе говорят! Стой! Ты чего? Пожалуйста, там мой парень, его надо спасти. А может, тебе в полицию надо? Нет, нельзя в полицию. Пожалуйста, пойдемте, они убьют его. Лежать! Ствол на землю! Не дергайся, я придушу его, не дергайся, ствол на землю. Я прикончу его на землю! Серега, уходи! Ну!
Все. Все, я сказал! Убьете его. А он нам еще понадобится. Садись. Ну как ты? Зачем? Зачем ты это сделал? Теперь они убьют и Егора, и Наташу! Сергей, опомнись! Они же убьют нас всех. Шрам порешил своих подельников только из-за того, чтобы они не проболтались, где спрятаны алмазы. Почему ты решил, что они оставят кого-нибудь из нас живых? Слушай, ты урод. Твой друг придурок. Если бы у меня работала рация, ваша шалава давно бы была на небе. У тебя есть шанс спасти ей жизнь. Или мне спуститься на 500 метров и сказать, чтобы ей отрезали уши. Там рация ловит. Судя по всему, это был самый короткий путь. Нам теперь придется идти в обход. Но не сегодня. Я все равно не знаю этой дороги. Иначе мы все погибнем. Все. Сергей, нам надо спускаться. Мы не пойдем вниз. Мы поднимемся на гору, куда идет Шрам. Устроим засаду и спасем Егора. Ну что ты мелешь? Какую засаду? С камнями, с палками? У нас даже нормального снаряжения нету. То, что есть, хватит. Ты что, дурак? Я все сказал. Ладно, держись, я сейчас. Надо выйти до рассвета. Так что будет лучше, если пару часов поспишь, отдохнешь. Что это за пещера такая? Это у вас тайники? Да таких у нас много. Это охотники оставляют, чтобы помочь друг другу, если что, надо сухое переодеться. Здорово. Сейчас позову барона. Обнимешь его и поспишь. Будь теплее. Иди сюда, дурачок! Не каждому псу приходится спать с такой красавицей. Это, кажется, наше. Завтра с утра пойдем в ту сторону. Слава Богу. Сейчас тебя вылечим. Пей. Пей, пей. Угу. Подержи. Повернись. А чего там? Ничего страшного. Кость не задета.
Да не дергайся ты. Погоди. Так. Держи, тебе надо поесть. Сейчас. Я тебе перевяжу рану, и все будет в порядке. Что-то плохое. Уходить надо. К ментам уходить. С полицейским. Нет, я сначала должна найти Егора и Сережу. Девочка, там кто-то лежит. И если это даже не твой Сережа, все равно очень плохо. Надо идти к властям. Никуда вам идти не надо. Вашу власть уже... Стой! Барон, стой! Барон! Забери у него ружье. Бедный барон. Иди сюда. Альгис, успокойся. Я сказала сюда, иди. Все, отпустите. Пристрелю, как свою собаку. Суки, если еще один раз такое сделаешь, убью. Жалко, убить тебя нельзя. Но покалечить никто не запрещал. Тварь! Слышишь, ты, доисторический охотник, поведешь нас вон туда, на северный склон. И не вздумай отказываться. Лишу наследства. Понял? Чтобы следы свои замести, подельников своих совсем в другом месте убил, внимание отвлекал. Чтобы никто и не подумал, что он на северном склоне алмазы прячет. А спуститься к ним можно только с верхнего карниза. Его боевики на это не способны. Когда Егор спустится вниз, самое время организовать лавину. Шрам останется на открытой площадке, а Егор спрячется в пещере. Ты думаешь, выстрела одной ракетницы хватит? Если будет удачный выстрел, то да. Сейчас снега много. Сколько нам еще туда? Часа три, не меньше. Быстрее нельзя? Можно, если вы не будете плестись, как черепахи. Что ты сказал? То, что слышал. А может, мы с тобой поговорим? По-пацански, а? Скинь автомат. Да пошел ты. Алло, аккуратнее. Аккуратнее, я сказал. Поставь его на место. Двигай вперед. Время наше Наташи истекает. А ты угомонись. Не отставайте. А почему мы свернули направо? Они ведь прямо пошли. Их проводник плохо знает местность. Я поведу вас побыстрее и покороче. Ну смотри у меня. Вперед.
дно. Третья пещера по счету. 8 метров. Камнями завалил. Так, смотри. Вон там, правее ущелья, большой камень. Похож на голову собаки. Ниже уступ. Держи. Туда лучше спуститься сверху. Ну, спустись сверху. Откуда эта собака здесь взялась? Это собака охотника, Армена. Наверное, они его встретили. А мостика больше нет. Он здесь был. Как же мы на другую сторону перейдем теперь? Не знаю. Там опасная тропинка. Дедушка меня туда не пускал. Стрельба, кажись, тут пошла по полной программе. Может, вызвать подмогу? И что? Чтоб все лавры им достались? Нет, не надо. Мы сами их отыщем. Ты помнишь, где искать? Да. А ты уверен, что этот мешок еще там? Если его там нет, то это будет последний вопрос твоей жизни. Погоди. Видишь? Вон они. Их всего 2 осталось. Они и так его убьют, когда он достанет им мешок. Я спущусь вниз. Если эти уроды решат перерезать трос, я попробую перехватить. Да погоди ты! Ты что, больной? Отстань! Тебя тоже может накрыть лавиной! Сергей, осторожней! Хорошо смотри! Шевелись! Егор, послушай меня. Я честный человек. Я ведь не гарантировал тебе жизнь. Но если ты принесешь мне алмазы, жизнь Наташи сохраню точно. Но ты же любишь ее. Ну сделай так, чтобы она была счастливой. Я думаю, у тебя это получится. Ты же уступил ее однажды другу. Сука. Ты что затих? Нашел его? Тащи его! Сергей, сзади! Стоять! Еще раз дернешься, убью ее, понял? Thank you.
Убийцу брать! Упустили. Возьми его! Что, старик, далеко собрался? А ты мне не тыкай, сосунок. Алло! Поаккуратнее. Она нам еще понадобится. Знаешь, старый, как мне жаль, что я не могу пристрелить тебя прямо сейчас. Хочешь еще раз увидеть своего внука живым? Поведешь меня к мешку? А смысл? Мешок-то наверняка давно порвался. И теперь твоим алмазом засеяно все ущелье. Но это навряд ли. В Советском Союзе делали хорошие мешки, прорезиненные. Но если даже он порвался, ты мне их соберешь. Шрам, ответь! Я слушаю тебя, альпинист. Я видел, куда упали алмазы. Я буду там раньше вас. Хочешь получить свои камни? Будешь делать то, что я скажу. Слышишь ты? Твоя тёлка у нас, понял? Именно поэтому мы пока с тобой разговариваем, ты дура альтернативная. Если ты ее хоть пальцем еще раз тронешь, я эти ваши алмазы по всем горам раскидаю. Ты меня поняла? Мне уже давно стало ясно. Вы нас отсюда живыми не выпустите. Так что будете делать то, что я скажу. Шрам, я правильно говорю? Встретимся внизу. Сколько туда идти? С учетом нашего возраста и женского состава, полдня, не меньше. А он там будет часа через три. Сучок. Тебя ловили за сыном. Все в порядке. Руки! Руки, я сказал! Место! Руки вытянул вперед, быстро! Пацаны, вы чего? Я ж тебя предупреждал, не связываться со шрамом. Теперь ты у меня загремишь лет на 10. Где шрам? Он идет за мной. Скоро будет здесь. У него заложники. Если мы устроим сейчас засаду, сможем их отбить. Послушайте, мы сами бывшие военные.
Пятеро против троих, шанс очень большой. Не надо наручников. Слушай, парень. Снимай перчатки. Перестань командовать. Тут еще разобраться надо. Может, вы одни из них, а? Я же говорю, мы заложники у него. Что-то с трудом верится. Да мне плевать, что ты веришь или нет. Надо заложников отбить. Что ты говорил, сколько их там? У него два боевика. Причем одна из них баба. Ну, вам что, помощь не нужна? Снимите наручники, ребят. Убежал. Фу. Ладно, пошли. Это где-то здесь. Альпинисты тоже. Живучие, видно. Ну что ж ты их не положил? А мы не договаривались, что я буду их мочить. Чистеньким хочешь остаться? Сережа! Егор! Пожалуйста! Ненавижу! Я их всех ненавижу! Спасибо. Он убил моих людей! Их надо было раньше убить. Не учи меня! Где уж мне тебя учить? Где камни? Здесь, недалеко. Точнее. Придет время, покажу. Что, закончим сегодняшнюю встречу? Тебе даже патроны тратить жалко. Как хорошо, что рядом пропасть есть. Полетишь хорошенько. И во время полета не забудь сказать спасибо. Последний аккорд. Джамал. Джамал, ответь, ты его убрал?
Саш, кажется, мы его опять опустили. Ты меня сильно огорчила, Маша. Давай, возвращайся сюда. Иду. И как же ты сейчас собираешься уходить? А ты как? Хотел через горы. Но вы тут такой кипиш подняли, что без вариантов. Понял. Значит, вариантов отхода у тебя нет. Ну, а камешки есть? Камни есть. Но я тебе их не дам, пока мы не выйдем на нейтральную территорию. Да ты расслабься, начальник. Чего ты испугался? У нас же с тобой крепкая связка. Сейчас, когда осталось всего два шага, надо успокоиться и все сделать правильно. Что ты хочешь? Я хочу быть уверен, что отсюда мы выйдем вместе. 25 лет тому назад я тебя взял, и сейчас я пойду до конца. Послушай, сейчас я включу вот этот передатчик. Это что-то вроде GPS-навигатора. Сюда прилетит вертолет. И через 20 минут мы перевалим через хребет, да, и окажемся в Грузии. А там старые друзья. И новая, ты понимаешь, новая, нормальная, человеческая жизнь. Ты хочешь полететь туда, тем более, что у нас есть чем? Я тебе не верю. У тебя численное превосходство. Вы меня сразу застрелите, как только получите ваши бриллианты. Ты хочешь уравнять шансы? Что теперь скажешь? Да, и вот что, Кирсанов. Ты совершил ошибку. Надо убрать этого альпиниста, пока он все нам не испортил в последний момент. Займись этим. Мальчик, а? Ты кто с тобой? Это чей мальчик? Это внук Вахтанга. Они там, наверху. Становится интересным. Все, старик, извини, ты мне больше не нужен. Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Кого ты мне напоминаешь? 25 лет назад. Не отставай! Вот на этом же перевале. Эй, что с тобой? Очнись. Один охотник спас тебе жизнь. А потом пожалел об этом.
живи. Пойдем. Куда? Пойдем! Куда ты меня тащишь? Ты еще будешь благодарить меня за все, что я для тебя сделал. Убийца! Не заставляй меня встать им еще раз! Пошли! Пусти! Просто так от меня не отделаешься.